Привет всем, вы на канале Просто Детки, и мы продолжаем летсплей про Бравл Старс. Так, сегодня я так подумал, надо бы уже поиграть кем-то из новых бравлеров. Ну, во-первых, у меня уже скопилось, с которым я еще не играл, маленькая кучка, или вагоны маленькая тележка. Ну и плюс, вот я уже там набил этапов несколько по Бравлу, этому, по сезону, в общем. Нужно бы их тоже открыть, а вдруг что-нибудь интересное еще выпадет. Итак, сначала открываю сундуки, как обычно. А я там от ПМ играл, задание выполнял. Награды. О, 43 этапа. То есть 13 этапов я сейчас вот буду открывать. Значки Лилу разблокированы. Сундучок большой. О, гаджет. Я апнул несколько бойцов, вот на там, по-моему, 7-8 уровень. В общем, гаджет для Брока. Реактивные кроссовки. Брок взрывает землю под собой и взмывает ввысь. Взрыв наносит 500 единиц урона врагам, находящимся поблизости. Круто. Я вот когда играл там в силовую... Короче, во что-то я играл Броком в прошлый раз. Там были гаджеты все разблокированы. Короче, прикольная штука. Ого, сколько монет. Так что вот первый ящик открытый и гаджет выпал. Отлично, считаю, результат. Так, монетки не помешают, я их тратил, но никак не потратил, еще они мне остались. И нужно будет решить, кем я сегодня буду играть, потому что очки силы нужно в кого-то закидывать. Итак, в кого же я их буду закидывать? Наверное, вот тот боец, бравлер, которого я получил в этом сезоне. Где он? Так. Нет, это не Макс, нет. А, Лу, это ж Лу, да, точно. Вот, в Лу нет вообще никаких очков, поэтому я буду сегодня, наверное, играть в Лу. Почему бы и нет. Так, мега ящик первый сегодня, не знаю, последний ли или нет. Мало вообще монеток, 159, да? По-любому какой-то гаджет еще выпадет, мне кажется. Ну или, наверное, вот эти вот двое... А, двое красненьких, значит, что-то будет полезное. А для Дэрила. Дэрила я тоже улучшил. А Дэрил создает вокруг себя замедляющую область, которая держится 5 секунд. Круто. И еще один гаджет, тяжелый ранец. После активации следующая основная атака оглушает врагов на 1,5 секунды. Круто. Вообще класс. Динамайк. Я думаю, почему он такой бывает сильно? Потому что вот у него это оглушение бывает. Ну, то есть, я считаю, это отличный результат. Вот уже 3 гаджета выпало. Хотя не так уж много я открыл. Ну, потому что бойцов несколько улучшил. А есть как бы на кого выпадать, поэтому вот... соответственно, и чаще сыпется. Допустим, были бы у меня все бойцы с гаджетами, да? То есть, мне бы уже ничего не выпало. Так, ну и... Карл. Кстати, денег тоже заработаю, можно еще дальше персонажа улучшать. Так, большой ящик. Такое. Это все такое. О, на Шелли скоро тоже соберу. Уже очки силы. Так. О, там еще один мегаящик есть, я вижу. Я даже не смотрел по этапам, что там. Какая разница, что есть, то есть. В Лу закину опять, наверное. Да. Конечно же. Так, большой ящик. А, ну и удвоение жетонов. Нормально. Пригодится. Сезон, кстати, уже завершается. Осталось вот 7 дней. А я, блин, его опять проспал. Ну, как бы, как проспал. Другие дела, другие проблемы. То есть, не только ж в игре сидеть. Ну, тут ничего не выпадет. Тут всего лишь 6 этих вот слотов для наград. Вольт. Зато куча очков силы вот для бойцов. Ну что ж, конечно, не так, как прошлый мега ящик, но все-таки. Такое. Фактически вот и все. Открою сначала маленький. Так, большой. Ну,
Ну и в принципе, как я и говорил, очки силы закину опять в Лу. Не сказать, что мне это нужно, я бы его и так улучшил уже. Может, не в него? А кому мне нужно закинуть хорошенько? Может, Вольта закидывать? Я его пора улучшать. Точно, давайте я Вольта закину. Лу хватит и так. А закину Вольта и даже его улучшу сейчас сразу. Так, ну еще немного и будет следующий этап. Там ничего такого, супер-пупер. Буду открывать ящики, поэтому Вольт у меня должен быть уже улучшен. Где он, кстати, есть? А, блин, я его пропустил. Брок, Нита, Шелли. Блин, а почему он? В самом начале, капец. Вот, улучшу. 4000 монет, можно будет еще получать бойцов, но это уже не на видео. Все, на него что-то тоже гаджеты падали. Ну, естественно, так, Лу. Лу, вот ты. Выбираю. И улучшаю. А Лу обладает стойким нордическим характером и всегда сохраняет хладнокровие. Но он может быть довольно скользким типом. Так что смотри в оба и одевайся теплее. Хроматический персонаж, понятно, у него нападение среднее, защиты вообще никакая. Практичность максимальная, круто. Что еще там про него пишут? Каток. Нет, обычная атака, простуда. Ха-ха, Лу закидывает врагов снежками в вафельных стаканчиках и может в конце концов заморозить их на одну секунду. О, класс. Дальность очень большая, скорость перезарядки очень высокая, вообще класс. А Лу бросает банку холодного сиропа, который растекается по земле и застывает скользким льдом. А врагам будет не просто удержаться на ногах. Помню, кидали мне такой штукой. Я потом не мог толком крутиться, крутился там, скользил, не мог в нужную сторону стрельнуть, так что такие пироги. Так, что по квестам, по ежедневным для начала? Блин, выиграть 3 раза бойцом Карл, это я потом. Победи врагу 9 раз в режиме Brawl Ball. Это есть, и ладно, придется Лу со сложного начинать, с Brawl Ball'а. Хотя мне кажется, это явно не его карта. Защита у него слабенькая. Ну, как игрок поддержки, он может быть даже ничего. Понятно, еще и... так у него несколько. Ой, я кого-то убил, еще кого-то убил. Ну, дело в том, что сейчас-то бойцы, противники будут... Ой-ой-ой. Неожиданно как-то он... О, класс. Короче, я пока не особо-то. О, видите, он заморозился. Круто. Реально, когда много снежков у него выпадает, у него, видите, таймер там сверху тикает. Так, как его это действует? Вот. Получается, если я в него долго не стреляю, то он оттаивает. Ха-ха. Есть. Ай, меня. Это противник. Тю, блин. А я думал, что свои. Короче. Что-то. И противники такие себе. И за меня тоже. Союзники такие себе. Ну, один этот Силат играет. Остальные вообще. Непонятно, чем занимаются. Так, хорошо, давай, он пускай идет, а этот стоит там, мерзнет. Все, матч закончен. Хорошо. Как раз хорошо, что вот вначале попадают слабые соперники, то есть возможность познакомиться с персонажем, как бы с браулером, немного с управлением там вот тоже разобраться. Продолжаю, мне нужно врагов 9 раз победить. Ну и плюс по заданию мне нужно нажимать там вот это вот, играть еще. То есть никто из союзников не захотел еще играть, поэтому просто мне новых, скажем так, дадут. О, нормально, 2 танка. Бояться. Отлично, убил одного. Мимо. Ему что, плохо? Что он в стенку, видели, кидается?
Ладно, мне было его прибить, потому что у меня такое задание. Получи. Они вот скользят там все вокруг. Круто, да, это оно. Никто не хочет мяч взять, забить. Не, никак. Стоять. Ой-ой-ой. Так, там Бул. Он вообще мяч в эту сторону кинул. А, он сейчас забьет. Воу. Что-то мы расслабили совсем. А, как же его сюда выпинать? Чтоб не забить. По-моему, говорили, что уже нельзя самому себя забивать, да? Здесь я его добил. Ха-ха, она мимо стрельнула, наверное. Там сейчас наш забьет должен. На чем бежит? Есть. Неужели? Так, ну давайте все на горку. Вот отлично. Мне что? Ой, это свой. Раскидали их. Ну-ка. Я класс, конечно, вот это вот его эта скользота. Противники, короче, не знают, что им делать. Юху, в этот раз было получше. Я, по-моему, пятерочку забил, нет? Ну, этих противников. Да, все это задание выполнил. Можно теперь идти по нормальным этим картам, ну, которыми мне нужны будут не ежедневки. Ну, естественно, вот я уже этап добил, 44-е. Всего 70 этапов, у меня неделя. Не знаю, сколько я еще соберу. Ну, этапов 15 соберу, может, до 60-го дойду. Будет видно. Следующий этап мегаящий. Круто, нужно постараться. Так, квесты. Квесты. Конечно, было бы хорошо играть кем-то из этих вот бойцов. И выполнять задания. Режим осады, да не очень хорошо. Ограбление тоже. Столкновение одиночное, тем более. Награда за поимку. О, награда за поимку может быть полезна, только, скорее всего, нет этого режима сейчас. Блин. Ограбление, осада. Особо-то... Ну, ограбление так, конечно, печально. Ладно, выиграй 5 раз. Выиграй 5 раз, победи врага 15 раз. Ну что ж. Кстати, что у нас тут? Горячая зона, интересно. А, и вот здесь ограбление. Горячая кукуруза. Ладно, пока так. Ой, нет, я ж не то взял. Ограбление. Столкновение, не понял. А ну-ка, еще раз. А, это силовая гонка. Ну что ж, значит нет. Что ж тогда делать? Во что играть? В осаду. Ну, в осаду тоже, в принципе, можно, но это долго. Ладно, начнем в осаду. Единственное, что здесь могут быть сейчас противники слабые, как бы там, либо боты, либо просто слабые противники. Потому что я сам слабый. Так. Отлично. Ой. Держите, держите. Отлично. Ай, не, я его добил, плохо. Ай, больно. Фух, пролетел мимо. Так. Ого, попрыгун какой, видели? А куда он прется? Явно бот. Блин, вот это, конечно, замуровали. А, мне там нечего делать уже. Разок стрельнул, и все, пора уже отчаливать. Решили с этой стороны зайти. Ага, хорошо. Так, как-то не могу пока тут нормально сориентироваться. Так, наш хоть робот. Мне ж надо выбить. Противника, а я что-то, короче, не бью. Ха-ха-ха, спятывать там.
А-а-а, не добил я ее, блин, сейчас она меня добьет. Короче, там уже, если я помог бы, уже вынесли базу противника. Да добей же ты ее, она стоит. Вот так. В общем, противники, откровенно говоря, слабые. Все, можно уже не собирать. Нет, прикольно, нужно в разных режимах поиграть, бог с этими заданиями. А сейчас не до них. В осаду сыграл, буду идти по этим. Просто по разным режимам. Хорошо, спасибо, народ. Вы были очень крутые, хотя вот все-таки тут хочется, видите. Вот урона еще нанести там 36 тысяч и будет 250 жетонов. Ладно, играю, мне нужно нажимать эти лайки. Более с каждым уровнем будет все сложнее и сложнее. Противники будут становиться чуть-чуть, как это, как боты в игре, чуть-чуть продуманными, да? Более. Ай, как же, надо было в него стрелять. А, я, короче, кинул ульту. Ладно, 1-1. Там союзник побежал. Ай, что-то сделал. А, нас, да, робот? Хорошо. Лови, Барли! Отлично, я его забил. Покатайтесь там. Фу-ху. Джесси, красавица, еще и петляла. А! Барли, стой! А-а-а! Опять не я. О, всем этих вот болтов. По-любому сейчас мы добьем базу им. Там уже 68%. Ай-яй, больно. Покатайтесь там. А, все-таки затравил меня. Блин, я думал, я стоял вне зоны поражения. Короче, плохо дело. Я думал, мы добьем. Противники решили под конец немного поактивничать. Два болта. Еще успею один, нет. Да, нет. 10 уровень. Хана вам. Карапузики. Ой. Ой. Я никого добить не могу. Все ходцы, а добить никого не могу. Все. Немного здесь поиграю, а потом как бы добью вот эти вот задания, а потом пойду по другим режимам. 23 тысячи урона, то есть еще нужно 13 тысяч урона. А там вот цифры такие, 500 жетонов. Хорошо, играю. Вот напарница или напарник попались один нормальный. Почему бы не поиграть? Евген Про. Кинг Мафия. Вот похвалил и сразу началось. Блин. Отлично, добил, видели? А там на болт никто и не смотрит. Мне главное нанести урона побольше. Ой, тут как-то я... Ай, неправильно управление у меня уехало, блин.
дурацкий эмулятор. Ладно. Ладно, что меня не грохнули. Блин, больно. Это не главное, главное болты собирать. Там кольт теперь пугал. Ооо, нашего грохнули. Как жаль. А у противников всего один болт. Догнал. Ай-яй-яй, не так. Короче, смысла туда бежать уже нет. А, есть, все. Со второго даже загнали. Ну, в этот раз союзники все были нормальные, а противники вообще никакие. Есть награда. Так, ну мне тут еще 4 раза нужно выиграть. И как бы лайки. Ого, как все быстро, а? О, отлично. Блин, блин, блин. А, там же, блин. Ага, противник появился. О, все-таки наш робот, да, пока я там бодался, наши разобрались. А, догнал. Отлично. Ой. Око. Око там что-то себя чувствует. А-а-а, видели, промахнулся. А, еще он заморозился. Так. Аккуратно, 3 болта на кону. Они там стоять не могут, с места сдвинуться. Заморозились, ребятки, ребятушки. Опять он там не может ничего сделать. Не, слушайте, мне нравится этот парень. Блин, опять попа, ну ты не в тему, а. Дружань. А, он заморозился, и его прибили. Нет, там мне уже делать нечего. Пока добегу уже все. Надо будет обратно бежать. Ага. Замерзнешь ты уже, а? Наконец-то вот. Красавчик замерз. Сам принес нам. А, добей ты его. Сам принес болт нам на глазу. Добьем. Надо добить. Добьем. Ух. Это было уже чуть-чуть, точку капельку сложнее, но нормально. Я даже игрок. Первый раз. Я тут, по идее, их наклепал хорошо. А, и одного не добил до 500. Мне еще 3 раза нужно нажать лайк. И, в принципе, вот 3 раза выиграть осаду. Жалко, что противники, союзники отказались, потому что с ними было нормально. А теперь непонятно, кто мне выпадет. И что с этим делать? Не, ну сразу они со старта так ломанулись хорошо. Это значит, что вот... Ой, отлично. Ай, блин, видели, она все-таки кинула болт. Жалко. И добила еще меня тоже. Ой, отлично, добил. Все, задание выполнено. А, что ж так? Заморозься, вот. Супер, так, что там с осадным роботом? А, больно, 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 хорошо.
Отлично, разобрались. И опять вместе с одним роботом. Заморозиться? Нет, не дали заморозить его. Ай, больно. А, все. Отлично, вообще. Бой так, хоть в принципе видели. Противники такие были уже посложнее. Но наши ребята тоже не пальцем деланы. Так, осталось два раза выиграть бой и два раза нажать лайк. Блин, опять с другими соратниками. Что ж они такие все? Нехочушки. И опять я слева, а болт справа. Лего Про. Барли, красавчик. Прям на меня наехал. О, добили толпой. А Барли как раз такой. Тю-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Опять как раз ко мне. Ага. Все, болтов пока нет. Ой, больно. По толпе. Он нам прошелся. Ох, добил, по-моему. Так, ой-ой-ой, хорошо, я еще добил кого-то даже. Бул там не может никак отхиляться, я убью и бью. Блин, дал отхиляться им. А, больно. Так что ж такое, бил-бил, как не добил их. О, сейчас, по-моему, двоих нет. Ой, и меня тоже. Ну, короче, размах был такой, раздача серьезная. Да, у робота 100%. Не успею или успею? А, 3%, короче, побежал сразу. Вот я классно прибежал. Они-то не могут с базы выйти, скользят. Круто. С другой стороны обошли. Наша задача маленькая. Собирать болтики. Союзники нормальные попались, так что... Просто нужно не испортить кашу маслом. Все, даже успел стрельнуть. И... Да, выиграть бой. Осталось один лайк поставить и один бой выиграть. Хоть бы последний бой был тоже выигрышным, потому что он... Как бы... Не нужно, чтобы все портил. Пока так все красиво. Ай. Куча персонажей. Крутых, модных. Да, отдай же ты, блин. А-а-а. Брат-близнец, да? Надо лучше контролить тебя. Ай-яй-яй, видели еще меня до контроля. Вот то, о чем я говорил. Последний бой, может быть, не последний. Интересно, робот может там скользить как-то? А почему робот не скользит? А, он скользит, походу, видите? Ха-ха, классно, его расстреливает. А, получается, он вообще заскользил. Реально, он, ну, не подошел почти, да? Блин, есть. Ну, добил, добей его, потому что он... Блин, реально надоедает. Так, короче, пипец какой-то, слушайте. Нас разделывают фарш. Во-первых. Блин. Видишь, что творят?
могу скользоту эту сделать. Есть, забили хотя бы одного. Ай, чуть не забили, блин. Они там толпой. И все с ультами заряженными, короче, пипец. Не, они реально лучше контролят все такое. Видите, еще осадно взяли робота. Не дали нам ничего сделать. Да. Робот там опять потерялся. Ну, как бы нам от этого не легче, но что поделать. Зато видите, оказывается, вот в этой осаде, ну, хорошо контролить роботов именно вот Лу. Так, воспользовался лайк, хорошо. А вот выиграть еще один раз. С этими не хочу играть. Куча жетонов заработал. О, 1380 жетонов, вы это видели? Круто, и монет нормально. Еще разок мне нужно выиграть, чтобы еще больше жетонов было. Блин, не достало первый раз. Ну, в прошлый раз нас, конечно, вопрос сразу взяли. Ничего не дали сделать. Вот как сейчас ничего, да? Так, ну что, робот начинает кидать. Там противники никакие в этот раз. А, больно, 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 больно. Получил, получил. Принял, поехал. Получился чуть-чуть. Хватит, я еще даже добил кого-то. Опять у нас он 5 болтов уже. О, ну а противник там бегает. Вообще по нашей территории. Ай-яй, мимо. Ого, ого, ого. Встречает нас на подступах. А, все уже. Тюп. Это получилось даже легче, потому что они все разбежались там, либо погибли. Есть. Вот так нежданно-негаданно. Для меня вообще осада считается такая самая нудная, самая долгая. Потому что здесь качели часто бывают. Так как новый граулер, это все было очень даже легко. Еще плюс 520 жетонов. Еще могу 3 этапа открыть, да? А, отлично. Значок для Лу. А, вот эти, кстати, в кого закинуть? А, наверное, знаете, что я сделаю? Я, наверное, в Шелли закину. Хотя нет, ей там немного нужно. Не буду. В кого же мне закинуть? А, в Кольта. Кольту нужно до 9 уровня еще много. Так что вот в него закину. И останется буквально там вот 56 очков силы. Так. Оставлю мега ящик на закуску. Большой ящик. Вот. Тару затарили. Ну, да еще до одного мега ящика 300 жетонов. В этом выпуске это уже нереально сделать. Опять тут ничего не будет мега ценного. Кроме, конечно же, очков силы. Сэнди, хорошо. А, ну и плюс жетоны. Так что есть с чем разгуляться, есть с чем проходить следующие этапы. То есть уже 47, было 40, там сколько, 4, да? 4, по-моему, поднял. Так, ну что ж, друзья, вот так. Мне Бравлер понравился очень.
классный, крутой, такой весь, к нему и подобраться тяжело, он еще и заморозит тебя и поможет команде там горку-то кинуть ледяную. Так что мне он понравился. Надеюсь, понравилось и вам. И бравлер, у кого он есть, ну и небольшой мой летсплей. Поддержите это видео своим лайком, комментарием, ну и оставайтесь с нами. Обязательно продолжение ближе к концовочке сезона. Пока-пока!